На территории озера Парк Октябрьский, это новое название озера Мясокомбинат, появятся экотропы для скандинавской ходьбы, прокат шезлонгов, пляжная зона с бассейном и туалеты. С прошлого апреля этот участок микрорайона находится в бессрочном пользовании Красгорпарка, и за это время с территории вывезли более 100 камазов мусора. Ход благоустройства сегодня проверил мэр. Все задуманное сделать за этот год не получится, но уже сейчас идет проектировка зон для выгула собак, выбор места под мобильные кофейни. На территории озера расширяют детскую зону, оборудуют дополнительные парковочные места. Уже сделана волейбольная площадка. По задумке архитекторов, на берегу озера появится оберег в виде зеленой рыбы. Она будет хранить чистоту воды, а муравей, с которым уже сейчас любят фотографироваться дети, символизирует чистоту леса. Еще одно предложение от администрации – это совместный выбор цветов для уличных кашпо. Жители мясокомбината смогут проголосовать за вид и даже цвет растений. Но главная задача, рассказал мэр, сделать четкое зонирование, чтобы больше в парке, цитата, не было каши-малаши. По большому счету, большая такая городская мусорница вообще была. С арендатором долго судились и так далее. Все в прошлом году точку поставили. Мы запустили большое кольцо, сделали. Его надо теперь сделать освещение. Это соучастное проектирование. Вот здесь участвуют жители, по большому счету, в создании философии этого большого парка.